Основные шишки интересуют, как они появляются. А вот, сейчас май. Сосны опылились, и появляются молодые, свежие побеги, из которых появляются маленькие шишечки. Видите? Шишки только формируются сейчас. Постепенно они будут костеневать, увеличиваться и превратятся во всем известные спелые шишки. А сейчас, пока время цветения, как говорят, сосны цветут. В них образуются мелкие шишечки. Побеги.